Как звать? Юра. Фамилия? Романов. Романов Юра? Откуда? Каменец-Подильский. А? Каменец-Подильский. Это откуда вообще? Какая область? Смоленск. Тебя как звать? Толик. Фамилия? Заличник. Откуда? Хмельницкая область, Каютиполь. Род войск какой? Инженерный. Ты тоже инженер? А как вас инженеров двоих пустили вперед? Разминировать? Да, разминировать их поля. А? Не понял. Поля разминировать. Тебе сколько лет? 24. Сколько? 24. А тебе 42? Да. Инженеры. Артиллерия. На. А он не курит? Не куришь? Нет. Иди сюда, брат. Это трофейная хохлятская ласточка. Смотри, какая у нее броня. И какая у нас. Вон палец, фаланги две влезают в дырку. Насколько броня прочная у них. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая. Говорят, больше 50% за то, чтобы было ядерное оружие в Польше, чтобы американцы перевезли. Уже руководство нагнетает ситуацию. Уже якобы и народ просит польский. Конечно, нас это настораживает. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси, России на западном направлении. Какие-то части пролетов еще остаются в воде, скоро будут также демонтированы.